Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия за год накопившегося напряжения. Организация школьных оздоровительных лагерей – одна из интересных и важных форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. С 10 июня в Кашхаблинском районе начали функционировать пришкольные лагеря. На базе средней школы номер 2 свои двери распахнул лагерь для 70 детей. В течение дня педагогический коллектив организует конкурсы, викторины, спортивные мероприятия. А самое главное, дети обеспечены двухразовым питанием, которое включает в себя мясные, молочные продукты, фрукты и овощи. Такой распорядок дня по душе детям. Меня зовут Десана. Я с 10 числа хожу в лагерь «Лесная сказка». И мне там больше нравится петь. Мне там много нравится рисовать. Нас там очень вкусно кормят. Всякие вкусные продукты, бананы, сырки. Мы там всеми ребятами играем, гуляем, рисуем, поем. Нам там всем очень нравится. Я люблю ходить в лагерь «Лесная сказка». Впереди у ребят 20 дней развлечений, интересных походов и знаний.